29 мая я нашел в группе Telegram объявление о помощи, ну, курьерам денежных средств. Написал, прошел верификацию, дали адрес, поехал, забрал 700 тысяч. Мне сказали ехать в банкомат, класть и переводить по реквизитам. Себе оставил 5%. Представлялся я Юрием Николаевичем, передавали деньги в основном пенсионеры. Вину свою признаешь? Конечно, Ну что? когда написал насчет этой работы, мне просто сказали, что надо будет забрать деньги и отвезти их, то есть не говорили, что именно за деньги, почему, сказали, что все нормально. После первого адреса начали закрадываться вот эти все мысли, что, ну, это получается, ну, кража, обман, хищение, и, ну, мне четко дали понять, что если я куда-то пойду, либо захочу уйти с этой работы, то у них есть мой адрес, моя верификация, и что хорошим это не закончится.